всевозможные движения предпринимает, чтобы только перекрыть возможность пройти дальше для Никиты Сударикова. В первую очередь даже пробить поворот. Он, скидка красивая, но вот чуть бы поближе находился, если бы. Иван Репьяха, здесь удар-то какой! Какой гол! Вот он! И вне игры все-таки, да? Арбитр. Еще! Чуть ближе! Борьба в центре, мяч все-таки достается армейцам. Мы видим, как падают, да, спартаковцы на газон. Там не было никакого нарушения правил. Иосифов, надо разгоняться. Максим Елеева по внешней стороне пытается обойти. Падение и нарушение правил. Фиксирует все-таки арбитр. Никита ее пробить по воротам. И тут же ее использовал. С левой ноги такой обводящий удар наносил. Не попал, но для него, наверное, это скорее положительное действие в сегодняшней встрече уже. Буковский. Аккуратный заброс. Иосифов не попадает толком по мячу, из-за чего он потерян. Спартаковцы вчетвером просто ринулись отбирать мяч. Это довольно такой спорный, да, за игру лежа, я так понимаю, со стороны Ивана Репиха. Этот штрафной назначен. Подача. И удар по воротам, ну, так, затылком, да, пробил футболист ЦСКА. Из-за этого удар не получился сильным. А теперь быстрая контратака. Никита Иосифов. Нужно идти самому. Нет вариантов, кому отдавать. Иосифов пошел сам. Но, конечно, давай, давай, меньше апеллируют в суде, больше играет. Конечно, да. Два соперника, которые были рядом, они его остановили. Репьях очень сильно на Иосифова. Тот достает таки мяч. Перевод на дальнюю штангу. Денис Файзулин должен, конечно, мяч сохранять, что и делает, на Никиту и сыграть по мячу. Ну и классная передача, конечно, у Дениса Файзулина, хотя казал. Так вот, спартаковцы, которые являются все-таки победителями, да, прошлого года, более того, они еще и чемпионы России 2001 года рождения. Так что, естественно, хочется спартаковцам здесь побороться тоже за призы. Сейчас очень опасно у ворот Спартака. Так это играть в пас, разыгрывать какие-то интересные комбинации, в том числе и перед воротами соперника, как вот сейчас на линии штрафной. Серию передач исполнили и довели дело до удара. Армейцы не успевали с этим ничего сделать. Не нужно, нужно отдавать, конечно, Денис Файзулин. Нужно простреливать. Прострел. Сударикова чуть-чуть до мяча не добирается. Репьях. Попытка удара. Сударикова. И гол. Гол, который засчитан, друзья. Да.